друзья, всем привет. Сегодня будем такое действие делать. Запиликала машинка, короче, на моторе. Это значит то, что пора менять масло. Оно там запрограммировано на сколько часов и начинает пиликать, короче. Вот я ошибку скинул. Сегодня купил масло. Сразу поменяем и в редукторе. Вот такое вот масло в редукторе поменяем. Матюлевское. Ну а в сам движок полусинтетику. Сузуковскую. Я обычно ее всегда лью. Купил фильтр тоже. Тоже Сузуки. Вот. Сразу поменяем все. Извиняюсь сразу за звук, потому что ветер сильный. Да. Ну все, друзья, приступаем. Друзья, чтобы масло менять, нужно вот открутить вот этот вот болтик. Он откручивается у нас шестигранничком вот таким. Его откручиваем и меняем, и сливаем масло с картера. В ноге потом будем уже менять. Сейчас надо сначала первым делом обрезать тару. Решил я все-таки, друзья, снять крышечку. Но чтобы сильно не заморачиваться, сделаем вот так. Ну вот, крышечка уже снята. Следующее. Откручиваем саму хрень. Тару мы уже обрезали. Оно сейчас сильно-то не польется, потому что воздуха нет. Сейчас верхнюю, когда открутим, тогда уже польется, конечно. Ну да, время черненькое. Все, друзья, откручиваем фильтр. Нормально, не присосался. Пойдет, я думал, хуже будет. Все насухо протираем. По возможности. Вот, все видно, я думаю, посадочное место чистенькое. Так, смазываем резиночку. И нальем немножко туда, чтобы уже в системе был. Вот так вот. Я думаю, хватит. Сразу тряпочку ложим. Потому что вдруг что-нибудь капнет. Чтобы потом убирать было удобно. Вот так вот тряпочку постелили. Ну и все. Закручиваем фильтр. Его прям с дури закручивать, друзья, не надо.
это уже все пройдено, он сам присосется как надо. Все говорят, что там, чтобы его потом открутить можно было. Немножко еще тряпочкой подкрутили. Ну и все. Он сам присосется, как ему надо, резиночкой. Ну все, закручиваем нижнюю гайку. Все. Все протерли. И все, закручиваем назад гайку. Она с колечком, поэтому так же, как в машине, она прижимается. Ничего там не текет, это просто вот остатки, то, что было. Выдавливается резьбы и все. Поэтому можете не переживать за это вообще. Вот, подтянули и все. Туда у нас заходит, по-моему, 1,5 литра. Сейчас, если я... Да, вот, друзья, в инструкции написано. Oil 1,5 литра. Максимум 1,6, минимум 1,3. Первый заливаем 1 литр. Друзья, смотрим уровень масла. Так, это убираем, чистим и второй раз вставляем. Ну, друзья, как видно, вот уровень между двух шкал, вот две дырочки, вот так вот. Ну, как раз 1,5 литра где-то, нормально. Ну, потом поедем в процессе эксплуатации, уже посмотрим на месте. Ну, а теперь, друзья, чтобы не смотреть нудные процессы, вот так вот. Все на месте. Когда меняете масло в редукторе, всегда меняйте и колечки вот эти уплотнительные, которые на гаечках, на болтиках стоят. Потому что они сразу они прожимаются, когда один раз закрутили, все, второй раз уже их не надо использовать, потому что можно водичку попить немножко. Я вот такие вот тут использую. Это с AliExpress. Я ссылочку скину, что-то вот вся упаковочка, что-то 100 рублей, наверное, стоит. В магазине оригинальный стоит одна, что-то 120 рублей, наверное. А там вот то же самое, там ничем они не отличаются. Я считаю, тоже смысла нет никакого переплачивать. На Алишке заказали и все. Друзья, нижнюю вывернули, он маленько потек. Сейчас выкручиваем вот этот верхний, и он польется ручьем. Воздух появится. Ну, в редукторе прям чистенькое масло. Ну, все полилось. Прям вообще слеза младенца. Ну, просто уж заранее, если уж меняешь, то менять все. Ну, друзья, чем удобно. Отрезали, вставили и все. Пожалуйста. Заливаем. Вот они, друзья, они практически ничем не отличаются. Ну, чуть потоньше они. Это вот вообще заводская, которая стояла.
А вторую я разрезал, выкинул. Это была ямаховская. Она вот прям один в один, как вот эта вот китайская сальто. Никакой разницы абсолютно. Но ценник ужасный. Ну все, друзья, все стекло. Нижнюю затянули. И через верхнюю сейчас будем забивать. Забиваем, друзья, до тех пор, пока не польется, короче, с верхней. Ну все, друзья, я думаю, видно, все полное, текет с ней уже. Это примерно 400 с копейками грамм где-то получается у нас. Ну и все, сейчас верхнюю закручиваем. Все, верхнюю закручиваем. Опа. Ну и все. Такое вот это элементарное ТО. Сделали сами, ни в какие сервисы ничего не возили. Все, ничего сложного. Абсолютно. Все, мотор готов к эксплуатации дальнейшей. Все протерли, все убрали, все чистенько, все хорошо. Ну все, друзья, вот такое ТО мы элементарное произвели. Ничего сложного, я думаю, нет. Все уже увидели, все как тут делать, все элементарно, просто проще, чем на машине даже менять. Под нее хоть лазить не надо. Ну и все, друзья. Ставьте пальцы вверх, кому видео понравилось, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Все, друзья, всем пока. Никому не хватает ничего на ваших удаимах. Пока.